Привет, интернет! С вами Илья, это Игра День и наше новое видео по игрушке Cuphead. Сегодня хочу рассказать вам, как поставить самую свежую версию этого неофициального порта игры Cuphead на Android, так что гоу, Лукасы, побольше лайков и поехали! Не так давно вышла 8-я бетка новой игры Cuphead, где нам стали доступны новый персонаж, это Волк Борис, новогодняя елочка появилась в начале игры, а также новый режим Run and Gun с прикольным боссом. Игра отлично работает, тут все пофиксили управление, так что полет стал гораздо лучше. Ну и собственно вот у многих были трудности с тем, как же поставить эту игру, и сделать это на самом деле максимально просто. Мы устанавливаем АПК, далее в игре выбираем язык на английский, там по умолчанию, по-моему, стоит испанский, и в принципе после этого спокойно можем играть. Вообще были проблемы именно в поиске этого АПК, и сегодня я оставил специально две ссылочки на АПК, откуда спокойно с любого Android устройства вы их сможете скачать. Там все на самом деле максимально просто, скачать и в целом после этого устанавливайте. В целом все должно быть просто, без проблем, так что так, забирайте. Ну а так, напишите, как у вас игрушка идет или нет, интересно тоже узнать, так что напишите, какими сами девайсами пользуетесь. Лично у меня все на самом деле максимально хорошо работает, лагов и прочего я не обнаружил, так что версия вполне себе стабильная. И тут можно немножко придраться к управлению в режиме с самолетиками, а также не всегда правильная анимация идет при нашем уроне, но это такие уже мелочи, в целом все остальное более-менее отлично. Кстати, чуть не забыл, тут также появилась вибрация, когда мы получаем урон, и это тоже такое нововведение. Вообще, если учитывать, что это именно любительский порт, на мой взгляд, вполне неплохо он реализован, и на самом деле отрадно, что им продолжают заниматься, улучшать, и тут таким образом уже есть весь первый остров. Будем далее следить за этой игрой, и как только появятся еще бетки и обновы, я, конечно же, вам сообщу, так что обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и тогда вы всегда будете в теме всех мобильных игр. Ну и скоро мы вновь с вами увидимся, так что до встречи. Пока.